На сегодняшний день в мире накапливается большое количество мусора. Игнорировать его присутствие в природе долго невозможно. Оно обязательно должно послужить каким-нибудь ресурсом. К примеру, в современном искусстве сейчас используют большое количество мусора для создания картин и скульптур. В качестве другого примера мы можем рассмотреть данную качелю, где крыша сделана полностью из пластиковых бутылок. Например, за рубежом Вика Муниз начал делать картины из мусора на самой большой свалке Бразилии. Эти мусорные картины поразили мир современного искусства и путешествовали по галереям многих стран. Также художница Анжела Поэзи начала делать из мусора небольшие скульптуры морских животных, тех самых, которые тонут и задыхаются в мусоре. Первая выставка называлась «Брошенные на берег». Как мы видим, красивое архитектурное искусство можно получить даже из мусора.